Всем привет! И прежде чем мы начнем наше видео, мы по традиции сейчас вам передадим привет. Всем привет! Это Лазаренко! Это у нас последняя Лазаренко, которая получает наш первый привет. Соня Гринко! Соня Гринко! Привет, привет! Романова Яна! Романова Яна, и тебе привет! В общем, следующая девочка. Дана Л, Дана Л. Привет тебе! Милена, Няша, тебе привет! Дианка 3! Дианка 1, 2, 3, тебе привет! Привет! Спасибо, Дианка! Ребята, в общем, спасибо большое, что вы нас смотрите. Пишите нам свои комментарии на ютубе, вконтакте. Вы большие молодцы! Пока! Кстати, ребята, в следующем видео может появиться практически каждый из вас, точнее, ваш комментарий. Ваша задача будет под этим видео оставить какой-нибудь интересный, какой-нибудь добрый, веселый комментарий. Если он вам понравится, мы обязательно их все вставим в следующее видео, да? Да. Ну что, мы начинаем наш, думаю, вопрос-ответ. Вы его хотели? Вы его получите! Знакомства, в принципе, у нас такие есть вопросы. Как зовут маму, папу? Какая у вас фамилия? Сколько лет маме, папе? Есть ли у Евы родные брат и сестра? Есть ли у нас домашние животные? Вы русские? Ответьте, плиз, люблю вас. Ева, как зовут твою маму? Наташа. Наташа, а папу? Дима. Дима. А тебя как зовут? Дима. Так, какая у нас фамилия? Ну, по поводу фамилии мы сразу же скажем, что это, наверное, единственный вопрос, на который мы вам не ответим. Просто-напросто есть какие-то такие личные вещи, которые мы не рассказываем никому. К тому же большинство наших друзей даже не знают, какая у нас настоящая фамилия. Мне 25. А мне 18. Мне 26. Ева, сколько тебе годиков? 5. Нет, она всегда отвечает, что 5. Говорит, 2. Да. Да, Еве 2. Представьте, вам пришло письмо, об этом письмо дата вашей смерти. Хотели бы вы его открыть? Нет, однозначно нет. Потому что я такой человек, я никогда не буду ходить к гадалкам. И не дай бог мне узнать, когда там мой конец, далеко он мне или близко. Нет, 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 это не про меня. И к тому же я такой человек, что я бы не смогла бы, например, что-то скрыть от Димы. Я бы ему все равно рассказала, и нам было бы всем грустно, но, в общем, ничего хорошего. Вот. У Евы пока нет ни братика, ни сестренки, но это пока. И, кстати, сразу же отвечу на вопрос, который нам вот недавно задавали. Планируете ли вы второго ребенка? Да, планируем, но только тогда, когда мы заедем в новую квартиру. Расскажи, какой твой любимый цвет? Синий. Что ты ешь каждое утро? Каша. Каша. Я особо не спортсменка там какая-то была, я очень много лет занималась на скрипке. Получается, пальчиковый вид спорта. Большой теннис, волейбол и бокс. Супер просто. Там папа где-то, там голос за кадром. Ева, какие у нас есть домашние животные? Красивые. Красивые. Джерик. Джерик. А еще кто? Буська. Буська. А еще? Кто? Бабулька. Бабулька. В общем, у нас кошка, кот, и еще у нас есть черепаха. Ну, как черепаха, Трионикс, его зовут Череп. Плавающий. Губка Боб или Патрик? Патрик. На, Патрик, однозначно Патрик. Патрик. За сколько пришел один подписчик? Сразу пришел, потому что это был папа. Какой твой любимый мультик, Ева? Гей, маски Гей. Герои маски. А еще? Щенячий патруль? Да, тоже мультик от Щенячий Дури. Щенячий Дури. Вы русские? Да! Да! Ева, тебе нравится сниматься в видео? Да! Будет ли у нас фан-встреча где-нибудь? Не знаю. Пока мы ничего сказать не можем, потому что мы обычные люди, и мы не можем разъезжать по городам, просто потому что нам сейчас стали писать подписчики в Казань, вот в Краснодар, там куда-нибудь треть. Мы бы с радостью, честное слово, но мы же не зарабатываем вот такие большие деньги. Будем ли мы снимать челленджи с едой? Да! А с какой едой? Какой едой? Вкусной? Сливки. Со сливками? Со сливками. Окей, снимем что-нибудь, значит, со сливками. Ева, ты бы хотела стать самой популярной на ютубе? Да. Какие даты рождения у нас? У меня 29 декабря. 5 июля. А у Евы когда? 5! Понятно. У Евы 11 января. Ну, у Евы, как всегда, 5. Это любимое число, да? Ева, давай 5. 5! 5! А что ты больше всего любишь кушать? Маку. Кого? Маку. Кашку любишь? Серьезно, что ли? Да.
Нет, ну скажи, сосиска или колбаса, нужно выбрать. Хлеб. Хлеб? Да. Хорошо. Сколько лет вашему каналу? Нашему каналу меньше года, год будет 1 января. Да. Ева, ты хочешь много подписчиков? Да. А зачем? Много подписчиков. Любишь подписчиков? Да, много. Я тоже думаю, что они тебя тоже очень любят. Бабушка с нами живет? Да. Пирожное или мороженое? Мороженое. Мороженое. Какой у нас самый любимый праздник? Новый год. Какое у тебя любимое животное? Страшный еще. Что? Страшный еще. Страшное животное? Страшное! В общем, у Евы какое-то страшное животное. Я подозреваю, что ты гомункул все-таки. Сколько у тебя страниц ВКонтакте? Вот на этот вопрос я хочу ответить, потому что у нас официальная страница только одна. Есть ли у нас там клоны, я не знаю. И часто нам пишут, это действительно ты, а скинь нам свою фотографию. Как это можно проверить? Вот заходите к нам на страничку Ютуба. Вот она сейчас вот перед вами. И сверху, видите, написано «Зайти в гости к Еве». Вы сюда нажмете и автоматически попадете вот на эту вот нашу страничку. Второй странички у нас нету. Группы официальной у нас нету. Я знаю, что у нас есть несколько фан-групп. Все. Почему вы решили снимать и зачем? Ну, вообще, на самом деле, до нашего канала мы вообще с Ютубом сильно знакомы не были. Просто у нас ребенок смотрел детские видео, мы решили, почему бы и нет? Давай тоже будем делать то же самое, ведь это так легко. И все весело. Пойдет, да, и весело. И мы первые несколько месяцев, 2 месяца делали распаковку игрушек. Это более скучного занятия найти нельзя. Вот серьезно. Я лично не понимаю, как люди могут каждый день раскрывать игрушки. В итоге это стало скучно не только нам, но даже надоело Еве. Да, просто она уже не хотела открывать эти яйца, но мы не будем же ребенка заставлять. Ну, вообще, то есть... Поэтому мы абсолютно полностью поменяли формат нашего канала, потому что на самом деле поняли то, что это не наше. А закрывать нам его не хотелось, потому что вот нам понравилось снимать. Любимая музыка. Ну, я думаю, для вас уже не секрет, что вся наша семейка слушает рок. Ну и выборочно там очень хорошую попсу. Да. Мне, например, очень нравится Си. Ты бы хотела оказаться в будущем или в прошлом? Да. А хотела бы полетать на летающей машине? Да. Смогли бы мы прожить неделю без интернета? Да. Да. Почему название такое у канала? Потому что я Ева. Вот именно, потому что Ева это Ева. Канал назвали так, ну потому что вот когда Ева родилась, первая, грубо говоря, наша реакция, первое слово было «Привет, Ева!» Ну поэтому мы канал, собственно говоря, решили так назвать. Hello, Ева. Вот и все для нас-то имеет большое значение, да, Ева? Да. Да. Вы бы хотели переехать в другой город? Периодически. Ну, собственно, вы, скорее всего, в другую страну, наверное. Не в город, да? Ну, да. Вы бы хотели бы собачку? Да. Спрашивает нас девочка. Вы когда-нибудь путешествовали? Да. Да. У нас есть видео про Вьетнам. Да. И есть видео про Новосибирск, и есть видео про Хакасию. Я маленькая. Еще много-много путешествий у нас будет впереди. Даже? Марина! Ева, любишь путешествовать? Да! Кот или кошка? Кот. Однозначно кот. Свежий огурец или малосоленый огурец? Но все-таки, я думаю, наверное, свежий вкуснее и полезнее. Рыбалка или отдых на свежем воздухе? Отдых на свежем воздухе. Велосипед или гироскутер? А нет, ни того, ни другого. Задают вопрос, почему вы не снимаете влоги? Снимаем. Каждую неделю, почти. Сделайте канал для Наташи, например, ежедневные влоги. Открытие 2-го канала у нас планируется, но тематика его пока неизвестна. Сейчас нам пока что очень тяжело открыть какой-то 2-й канал, потому что у нас Ева не ходит в садик, и я правда не успею вести 2 канала. Потому что если ты что-то делаешь, то ты должен делать качественно. Если я сделаю 2-й канал, просто мне не будет хватать сил, ну, грубо говоря, на 1-й канал. И в итоге и там будет, что попало. Так нельзя. Всем пока-пока! Ну что, ребят, если вам понравилось видео, то поставьте нам, пожалуйста, большой лайк. Мы всегда для вас стараемся. И лайки! Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. И пишите комментарии внизу, ну, вот про те, которые я вам говорила. Пока-пока! Пиши комментарии. И папа, ты что, должен... Sometimes I don't pay attention when I hit